И всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята. Сегодня у нас будет опять батл между двумя играми, которые всем известны. Ну, давайте начнем уже. Вот первая игра на нашей очередной. С вами сегодня будем озвучивать я, Покрой Подсознания Шмеля. Называется это парашная игра Пук Велика, или как-то так, но мне посрать абсолютно правильно или неправильно. Заглохни. Так, я без понятия, что тут делать. Охренеть. Самая гениальная игра, хотя это фейс, она выглядит и прикольно, хотя нет, все равно. Офигеть, игра, посыпались очки. Довольно прикольно, молодец. Ладно, вкратце я объясню, что в этой игре и есть плюсы. В отличие от другой игры, которую я буду обозревать, тут есть довольно прикольная штука, типа там статистика и улучшение всякой фигни, которая в будущем поможет вам заразить весь мир говном всяким разным. Довольно-таки прикольно, на самом деле, в отличие от той игры. Тут еще что-то, но вообще пофиг. Ну, в общем-то, больше тут и ничего сильного и нету. Ладно, перейдем к другой теперь игре. А в этом парашу можете проиграть под описанием видео, да. Всем здравствуйте, дорогие слушатели. И у нас вторая игра на нашем счету. Ой, путайся тут, да и хер с ней, короче. С вами сегодня хорошее подсознание с Шмеля. Да, короче, игра не очень-то сдвигается, хотя, знаете, есть и плюс в этой игре. В нее, я в эту хрень играл сам Лололошка во время стрима. Ну, кто видел стрим, лайк под видео. Давайте зайдем в эту парашу, потому что мне охота обозрить уже ее, потому что это... О боже мой, какая чудесная графика у этой игры. Как замечательно двигается человечек, даже все так круто. Игру можете скачать под описанием. И когда... Тут есть также шкала опыта, которая, когда достигает, можно прокачивать различные умения в этой игре. Давайте попробуем докачаться до второго уровня, допустим. О, да. Я обосрался. О, да, детка, давай. Давай. Нифига себе. Какие прекрасные звуки в этой игре. Короче, вот так все это выглядит, и когда достиг второй уровень, дается одно очко. За это очко можно прокачивать различные навыки. Я не буду переводить все за хрень вся. Короче, давайте, допустим, первый навык. Да, прокачали, все. Нажимаем. Как вы видите, опыта намного больше стало прибавляться, и будет легче прокачаться. Второе, это, сколько я помню, это чтобы говно было лучше, ну и все. А сейчас подведем итоги. Вот, ребята, итог. Итог такой, то что побеждает у нас первая игра. А почему? Потому что в ней, короче, давайте все по порядку. Первая игра, как вы помните, у нас была прикольной, довольной. Больше было всякой фигни, которую можно прокачать и всего такого. Но меньше действий там совершается, конечно. Ну, это, возможно, и плюс, возможно, это и минусы даже этой игры. Получает оно, эта игрушка,
игрушка. В этот раз я буду судить по 10-бальной шкале. Получает она, ну, где-то примерно 6,5. А вторая игра, которая была, получает, ну, где-то 4,3. Почему первая так много получила? Да потому что в этой игре есть реально, ну, больше намного действий. И хотя нет, даже я второй игре дам 5, потому что ее, по крайней мере, вторую можно скачать, а первую нет. В этом и есть свои минусы тоже. То, что вы можете там, не знаю, поехать куда-нибудь на дачу, на отдых, или куда-то еще на курорт, на тот же, там, не знаю, куда угодно, и можете поиграть во вторую игрушку про говно. Да. Ну, и все. Над этим, ребята, спасибо, всем удачи, подписывайтесь, ставьте лайки, наверное, и всем респект. С вами сегодня было три подсознания, я, Шмель и второй Шмель. Короче, никто ничего не понял, так что ладно, удачи всем, пока-пока.